Уже завтра в университетах, академиях и институтах нашего региона стартует приемная кампания. В этом году ожидают большее количество абитуриентов, появятся и новые специальности. Какие именно, расскажет Дмитрий Антипов. В приемной кампании этого года не обошлось без нововведений. Теперь в нашей области можно осваивать и специальности горнодобывающей отрасли. Эксплуатация карьерного транспорта и оборудования в рамках иного направления тоже по заказу работодателя. Еще одна контрактная история – это электроснабжение горных предприятий. Да? Ну вот вам пример того, как опорный вуз отвечает на запросы региона и отрасли, что, собственно, является его задачей. В этом году в новосибирских вузах 16 239 бюджетных мест, и еще около 1500 человек будут учиться по целевым направлениям. В итоге большинство первокурсников будут учиться бесплатно. В этом году на 30% набор увеличивается. Я полагаю, что, так сказать, нашим гражданам, так сказать, легче поступать в вуз в этом смысле. Я пока не очень уверен, поднимется ли средний балл, потому что на 30% набор. Будет ситуация улучшаться, но в эту ситуацию посмотрим. Самыми востребованными специалистами станут юристы, инженеры и специалисты IT. Следовательно, и конкурс на эти направления самый высокий. Кстати, средний балл ЕГЭ, поступивших в этом году, скорее всего, будет выше прошлогоднего. Тогда, например, в НГТУ он равнялся 71. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, новости ОТС.